Всем привет, ребята, с вами X-Prime, и мы начинаем кампанию за зергов, играем в StarCraft 2, и, по моему мнению, это самая интересная кампания во всей трилогии StarCraft 2, потому что, ну, она реально интересная, вы сами в этом убедитесь. Вот, мы будем играть за Королеву Клинков, она вот представлена в данный момент, давайте посмотрим немного истории. Почти три столетия люди полагали, что они одни в секторе Капрулу. Они заблуждались. Пришли зерги, поглощающие все на своем пути. А следом протосы. Высокоразвитая раса, готовая истребить тиранов, лишь бы очистить зараженные зергами миры. Человечество оказалось втянуто в чудовищную битву на три фронта. Тем временем разразилась гражданская война. Шериф Джим Рейнер поклялся отомстить диктатору Арктуру Менгску за то, что тот предал его возлюбленную Сару Керриган. Народ, вы там скоро? Черт подери, Арктур, не делай этого! Поздно. Штурман, дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты. Немедленно. Керриган. Верного бойца бросили на растерзание зергам. Но у зергов были другие планы. Они изменили Сару. И с помощью ее псионной силы подобрались к своей настоящей цели. Родному миру протосов. Айюру. Протосы были захвачены врасплох. Тем временем Конклав отправил вершителя Арканиса в погоню за капитаном Тассадаром, который отказался уничтожать зараженные миры тиранов. Их пути пересеклись с темным тамплиером, собратьев которого Конклав объявил еретиками. Зератул с трудом убедил Тассадара и Артаниса, что он им не враг. Вместе они объединили силы протосов в борьбе против зергов. И хотя Конклав был разгневан, им удалось нанести Рою ряд болезненных поражений. Зератул сразил одного из церебралов сверхразума, но его собственный разум оказался уязвим. Из его мыслей сверхразум узнал расположение Айюра, и Рой обрушил всю свою силу на родной мир протосов. Именно Тассадар спас тамплиеров от истребления. Используя силу тамплиеров и темных, он пожертвовал собой, чтобы уничтожить сверхразум. Айюр был потерян, но Артанис переправил выживших на планету темных тамплиеров Шакурас. Вражда осталась в прошлом. Тамплиеры были в долгу перед своими собратьями. Без сверхразума Рой распался. Керриган стремилась взять зергов под контроль и прибегнула к помощи старых друзей и врагов — Рейнера, Менгска, Зератула. Укрепив свою власть, королева клинков предала их. Миллиарды тиранов и протосов погибли. Преимущество осталось за зергами, но ко всеобщему облегчению война закончилась. Зератул заподозрил, что зергами управляют темные силы. Он увидел в пророчествах, что древнее существо Амун пытается смешать протосов и зергов, чтобы создать новую форму жизни чудовищных гибридов. И что это зло, возможно, уже поработило Керриган. В то же время вершитель Арканис, провозглашенный героем, возглавил оба народа протосов. Став иерархом, Артанис объединил своих собратьев и пообещал, что однажды они вернут себе славу, утраченную на Айюре. Рейнер поклялся, что Керриган умрет. Но все его усилия были напрасны. Даже восстание против тирании Менгска не имело успеха из-за пропаганды Доминиона. Но с помощью старых друзей и загадочных новых союзников Рейнер снова выступил против Доминиона, на этот раз одерживая победы на всех фронтах. Зератул предупредил его о надвигающейся тьме и о том, что остановить Амуна может только королева клинков. Она была нужна живой. Напав на планету зергов Чар, войска Рейнера при поддержке сына Менгска Валериана использовали древний артефакт Зел-Нага, чтобы обезвредить Керриган и освободить ее от влияния Амуна. Королева клинков была беззащитна.
Доминион жаждал ее смерти, но Рейнар не мог этого допустить. Без предводителя рой распался. Рейнар и Керриган нашли убежище у Валериана Менгска и стали планировать следующий шаг. Вот такая вот предыстория. Давайте мы начнем уже кампанию. Так, уровень боец пускай будет. Да, вот она, новая ветка в истории зергов. Сейчас мы посмотрим. По идее, события произошли после того, как Джим Рейнар с помощью артефакта освободил Керриган от вот этой мутации. Она стала как бы человеком. Да, зерги, конечно, вообще злобная сила, прям пипец. Их так много, как тараканов. Все уже, не королева клинков. Муджанский протекторат. Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь.
Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести? Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. А глазки-то еще зерга. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере, за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Так. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Конечно, сейчас мы тут тебе сделаем улей. Потом будешь жаловаться. Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Ого, сколько их. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Требуется больше надзирателей. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана. Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Коконы какие-то, яйца такие, бэ. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения.
Сейчас мы мутируем. Нажмите кнопку простым. Недостаточно минералов. Сейчас мутируем. Ну, побыстрее, ребятки, собирайте его. Омут рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Сейчас создадим, да. Чтобы создать зерглингов, нажмите кнопку «Выбрать личинок», расположенную на панели приказов. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валерия, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Недостаточно минералов. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Эти зерглинги мне пригодятся. Как их много стало. А тут Валериан, смотрю, всякие опыты проводят над ними. Не
Недостаточно минералов. Керриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зерках. Жесть. Недостаточно минералов. Зерги, бежим! Черт! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуировал с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижний уровень закрыта. Там кто-то сидит, его не достать, походу. Недостаточно минералов. Активирование автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Тьма тьмущая, твари. Да у тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Прям тьма этих тараканов. Жесть. Могучая мышь. Что-то еще интересненького есть для разрушения. Нет, я ведь все еще в этой камере. Искоренитель активирован. Вообще, пипец, его съедает просто.
Жесть они, короче. Искоренитель разрушен. Критическая ситуация. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Лабораторная крыса. Так, а тут что? Погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Так, ну ладно, погнали. Дайте угадаю, Менгс прилетел. Тревога. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Тут даже призраки. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответь. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Сара Керриган – сильный герой, обладающий рядом особых способностей. Керриган можно выбрать, нажав клавишу F3 или щелкнув по ее значку в верхнем левом углу экрана. Ага. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции.
Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. За дело. Так, что у нее? 20 урона. Энергия. Снова в седле. Вперед! Дайся к цели. Марш-бросок. Мы на одной волне. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Ничего себе. Противник справа. Поняла. Смотри, она не восстанавливается уже как зерк. Так, куда нам надо добраться до двери на нижний уровень? Керриген должна выжить. Прочесываю территорию. За дело. Группа захвата Доминиона. Нам нужна помощь. Марш, бросок. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Так, лечение. Рейнер, Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Хорошо. Поняла. Прочесываю территорию. За дело. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Иду. Мы на одной волне. Хорошо. Чисто! Вперед! Прочесываю территорию. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Поняла. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Иду. Мы на одной волне. Хорошо. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. Транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. За дело. Поняла. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу. Но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Иду. Сколько зерглингов! Хорошо. Мы на одной волне. Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняя всем жизнь. Сдавайся уже. Поняла. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая! Мы должны добраться до той двери. Хорошо. Мы на одной волне. Марш-бросок. Иду. Поняла. Прочесываю территорию. Что-то еще можно посмотреть. Продвигаюсь к цели. Хорошо.
За дело. Поняла. Хорошо. Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успели. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. За дело. Иду. Продвигаюсь к цели. Не останавливайтесь! Они вот-вот запечатают лабораторию. Поняла. Мы на одной волне. Иду. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Поняла. Прочесываю территорию. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Дело. Вижу цель. Керриган и Рейнар обнаружены. Марш, бросок. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Дьявол! Сколько же здесь зергов? Да, наверное, слегка перестаралась. Продвигаюсь к цели. Поняла. Мы на одной волне. Поняла. Надо уничтожить завалы. Мы должны добраться до той двери. Дело. Хорошо. Иду. Так, успели. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Сок. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Марш. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Продвигаюсь к цели. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Какого черта? Кто открыл клетки? Теперь нам нужно расправиться с этими зергами. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Мы на одной волне. За дело. Иду. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Поняла. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Марш-бросок. Поняла. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джин, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джин. Вперед. Прочесываю территорию. Мы на... Это платформа. Прорвались в тоннель. За дело. Тут. Так, будем использовать кинетический удар, если будет сильно жопа. Хорошо. Личненько.
За дело. Смотрим на карту. Платформа набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята. Что идет? Продвигаюсь к цели. Отличненько. Поняла. Хорошо. Тут. Я просто это уже летит. Поняла. Хорошо. Марш бросок. Иду. За дело. Ого. Помашите лаборатории ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Марш бросок. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Поняла. Иду. Мы на одной волне. Марш бросок. Сторон. За дело. Поняла. Продвигаюсь к цели. Пока летим вроде. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Прочесываю территорию. Хорошо. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Прилетели. Разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Хорошо. Иду. Марш бросок. Продвигаюсь к цели. Поняла. За дело. Марш бросок. Продвигаюсь к народу. Ничего себе. Ангел на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона. Вперед! Ёпрасто. Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Джим! Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю эти железяки крылья без тебя. Продвигаюсь к цели. Вступаю в бой! Поняла. Мы на одной волне. Марш бросок. Уходим. Иду. За дело. Цель выбрана. Сбросить капсулы. Поняла. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Прочесываю. Самое время использовать кинетический удар.
хорошо. Веду. За дело. Красота. Мы на одной волне. Марш, бросок. Прочесывайте. Высадка десанта. Марш, бросок. Иду. Бросок. Поняла. Мы на одной волне. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Иду. Прочесываю территорию. За дело. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Все, сложился Архангел. Джин, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнар, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм. Понял. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнар. Ты помог мне разобраться с Тошем, и я это ценю. Но дружба дружбой... А служба службой. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Джим. Нам не удалось вытащить его. Валерия, ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валерия на нашей стороне. Нам не по пути. Вражеские корабли. Внутри периметра. Звенья 3 и 9. Доложить обстановку. Пробоина в корпусе. Седьмое сердце. Маневр Дельта 4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Керриган.
Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Так, ребятки, на этом заканчиваем. Смотрите продолжение в следующей серии видео. С вами был X-Prime. Всем до встречи!